Всем шалом, доброго времени суток. Нет, вы не ошиблись, мы по-прежнему в магазине. Ну что же мы все антиквариат, антиквариат. Пора поговорить о еде. Есть у нас девочка, просто уникальная, на мой взгляд, пишет такие картины, и так дом свой делает. Есть у меня как бы желание такое, по таким людям как-то проехаться, отснять. Насколько люди все красиво делают. И вот эта девочка занялась зефиром. Слушайте, ну нереально. Сейчас мы его распакуем. Вот она первые вот эти зефирины принесла. Не помогай мне распаковывать где-то эти лямочки. Да нет. Она могла бы просто там газетку завернуть, да? Нет. Так все сделала, красиво. Да, посмотрим. Да. Слушайте, ну, произведение искусства. Она как-то назвала это, руки я помыл. Мягкое такое, слушайте, вообще. Как это такое? Мягкое-мягкое. Да, вообще. Пушинка просто. Как-то она назвала, как-то это называется, флюра, чего-то там, флюра. Вообще без веса, то есть не магазинный зефир покупаешь, а ну кирпичи какие-то. А ну разломай. Руки помыла, да? Да. Сейчас я тоже помыл ручки. А ну. Прикольно, кисленькая. Тает во рту. И вообще, Вау. и жевать не надо. Да, такое не так, как обычно наш зефир был. Да, слушайте. Ну, очень интересно. Осталось теперь съездить к ней домой и заснять ее картины, ее творчество. Фотографирует, картины пишет. Ну, что-то нереально. Думаю, начать потихонечку. Вот поеду. На днях коллекцию фотоаппаратов отсниму. Выставлю. Я уже там был у этого человека пару лет назад, но коллекция растет. Ты разговаривай. Здорово, вообще здорово. Очень прикольно. Я вообще зефир не очень, но это. Да, там вообще зефир не очень. Больше шоколады черные. Ну, это прям мне интересно. Очень вкусно. Прикольно. Так, ну если не нравятся такие ролики, просто закрывайте и все. А если Посмотрим. нравится, так вы пишите, чтобы я знал, вообще показывают такое или не Как показывают. исчезает Потому розочка. что очень много интересного в жизни происходит, помимо серебра и золота и камней. Вот и все. И И нет все, и розочки. пропало искусство. Не дожила. Ну, шикарно, люди, честно. Я в восторге. Так такое делать. Я просто с этим не сталкивался. Может, это не так уж и сложно. Но мне кажется, Слепить это это все, караул, да. чего? Все, всем удачи, приятного аппетита, шалом.